bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Извиняюсь, кто-то есть? Да. Ребят, можете помочь мне, пожалуйста, лотерейным билетом? Можете стереть и сказать, спасибо, что выиграю что-то? Да, конечно. Спасибо. Спасибо, ребят. Вы выиграли 2 миллиона. Что, серьезно? Да, 2 миллиона. Тут так написано, реально? Да. Блин, спасибо, ребят, большое, огромное вам спасибо. Пойду билетик сдам. Пацаны, я извиняюсь, я только что билет уронил. Вы не видели? Нет. Секунду назад уронил, ребят, точно не видели? Нет. Извиняюсь, извините нас. Вот ваш билет. Серьезно, дружище, спасибо тебе большое. Дело в том, что я не слепой, а нас вон там камера снимает. Спасибо, что ты меня не обманул, и возьми за твою честность $100. Спасибо. Вот если так вот, нахуй. Вот так вот! Бучер, спасибо за рекламу. Спасибо, Космич, для подписку для Дед Димон. Да. Не постанова, ребят, можете помочь мне, пожалуйста? Не, я думаю, не постанова, нет. Ни капельки, не... нет. Я фотографирую тюльпаны так. Вместо этого достань один цветок. Возьми черный пуховик и накинь его на спинку стула. Поставь стакан на стул. Да, хорошо. Чем выше горы, тем ниже приоры. Бля, что за тяги? Я веду шар, эй, я вкинул зан, эй, хочу твой зад, эй, прям по так, двигай, жопой, двигай, жопой. Я веду шар, эй, я вкинул зан, а это фонарь так? Хочу твой зад, эй, прям по... Кода. Кода. О, да. Да. А! Октавия! Блядь, что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Чё? Привет. Азат. Азат? Ага. Урай. Как тебя зовут? Dang, those apples look juicy. It's cake? No. No! 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 Dang, those apples look... Все вылил. Скип. Ой, я люблю эстафеты. Hey guys. Да я, бля, я смотрю на Шайни, мне хочется сказать, что за симпатичная девочка. Ребята, я извиняюсь, а можно от вас позвонить? У меня просто баланс закончился. Спасибо большое. А, все нормально. Угу. Улица. Улица Пырьева 5А. Улица Пырьева 5А. 5А, да. Да, хорошо, я понял. Ну, я возле Мосфи... Сейчас. Пырьева 5... Все, хорошо. Ага. Чего? Да, они хотя бы им деньги дают за то, что они их так обманывают. Oh my God. I'm embarrassed.
2 делить на 3? Многие скажут, не делится. Ну, а кто-то полезет в калькулятор и попробует поделить. Получается, смотрите, 0,666 и так до бесконечности. То есть периодическая дробь. А вы никогда не задумывались, а как, например, вернуться обратно, если бы я не знала, что это 2/3, как отсюда заполучить обыкновенную дробь? Есть один метод, и я вам его покажу. Давайте-ка я перепишу это так, как принято. Если у вас какое-то число повторяется в дроби, вы делаете в таких вот скобках. Угу. Я назову это число x, вот я хочу расшифровать его. Что я хочу сделать? Перенести один такой вот период в целую часть. Для этого мне надо будет умножить на 10. Умножаю на 10, получаю 6 запятая, но там же ведь шестерки бесконечно, поэтому я все равно оставляю период, и это будет 10x. А теперь просто... Один бургер тебе или два другому? Да? Да. Не. Подожди, ну ты можешь еще дать два другому. Мне. Не, подожди. Не, я же говорю. Ты еще можешь дать два другому. Я понял, я мне. Ты что такое наглый? Ты что? Подожди, ты сейчас два другому дашь? Да. А может сейчас он три выберет, а то я три заберу. Один бургер тебе... Верни, нет, нет, нет. Да вы все равно ничего не поймете. Стоп. Если вы задержать дыхание, если вы можете задержать дыхание от А до Б, значит ваши легкие в норме. Приготовим полосатый. Один бургер тебе. Все, бля, я еще могла, если правильно задержала дыхание. Все, отстань. Фу, у меня аж мозг пропал, как будто куда-то. Нет, бля, нам. Это что такое? Анализы. Все, у меня кислорода теперь нет, вообще. Все благодаря танцам. Если вы не такие, как все, если вы отличаетесь от своих одноклассниц, одногруппниц, это, наоборот, ваша индивидуальность, которую вы должны плюс, понимаете, себе ставить. То, что, наоборот, вы этим выделяетесь среди остальных, это ваша изюминка. Каждый из вас индивидуально. Вот тот огонечек, который есть в каждой из вас, я лишь сегодня попыталась его чуть больше разжечь. Но я могла сознание потерять? Я могла сознание потерять, да? Что бы вы делали, если бы я потеряла сознание? Было бы страшно. Было бы страшно. Фу, мне хуёво теперь. Ты подумала, что хочешь получить? Ты реально хочешь спросить, удаляла ли я зуб мудрости? Если да, больно ли? Отлично. Да, мне удаляли все 4 зуба мудрости. Че, по мне не видно, что ли? Вообще они не нужны, мне так сказал врач. Женщина съела чипсинку в форме сердца стоимостью $120,000. Компания по производству чипсов Walkers объявила, что отдаст $120,000 тому, кто найдет Больно? В пачке чипсинку в форме Нет. сердца. Женщина об этом, конечно же, не знала, поэтому сначала отправила фотки прикольной чипсинки друзьям, а потом съела ее. А по условиям компании в конкурсе могут участвовать только те, кто отправит чипсинку на конкурс целой и невредимой. Женщина съела чипсинку... Хайп, хайп.
Да, она тоже такой тикток записала. Говорят, что это кисло и безумно невкусно, кстати. Лена, что тебе к 8 марта дарить? А мне пофиг. Понял. Лена, ты говорила, что тебе пофиг, что к 8 марта подарить. Ну так вот, я тебе мимозу дарил. И чего? И пуфик. О, пуфик. Прямо как я люблю. Я сижу на пуфике, нюхаю мимозу, и мне пофиг. Лена, что тебе к 8 марта? Фу, мне плохо от того, что я сейчас дыхание задержала. Кстати, это первая моя жалоба в жизни. Блин, я вообще ни на кого не жаловалась. Я теперь крыса ебаная, да? Ёпт! Правда ли то, что в Калифорнии можно прийти в магазин, набрать там различного товара на сумму до $950, выйти и не заплатив за него? И тебе за это ничего не будет, охранник тебя не остановит, и ты спокойно можешь выйти, так сказать, бесплатно все это набрав. Ведь блогеры именно об этом и рассказывают. И показывают специально смонтированные видео, где люди воруют товар из магазина, охранник на все это смотрит и ничего не предпринимает. Это неправда. Статья 490. 95.5 уголовного кодекса. Капец, красивая девочка.